И всем привет, с вами Мишустин, и сегодня мы продолжаем играть в Poppy Playtime, глава 2. Остановились мы на моменте, что мы прошли эту головоломку с двумя штучками и спустились вниз. Поэтому предлагаю начать. Погнали! Приятного просмотра! Открываем эту вентиляцию. Может, с собой внесем ее? Так, ну пойдемте по этой вентиляции лезть. Текс. Ага. Ползем, сейчас посмотрим, что там будет интересненького. Хотя вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересны. Можете перейти по подсказочке сверху. Смотрите. Какие звуки. Ладно. Странно. Ладно, идемте дальше. Опа. Ух ты ж. Ага, хорошо, мы не разбились. Ты на каком-то складе, что ли? Офигеть, а где мы? Подождите. Повреждено. Мистер, туалетные дела. Пресс-хер. Походу, мы склады игрушек, которые стоят с производства. Rejected. Kill me, Paul. Nobody likes him. Никто не любил его. Жалко тебя, Пол. Здесь у нас... Ой, цветочек! Я слышал о нем. Он еще в трубере был, цветочек. Дейзи, вот. Дейзи, марионетка его зовут. Дейзи. Тускерив и Яркчин. Слишком страшно для молодых детей. Опа. Статуэточка. Что? Как? Ладно. Ага, а тут нельзя забрать. Ну ладно. О боже, он какой-то страшный. Капец. Это страшно. Так, ладненько, пойдемте дальше. Нет, ничего интересного. Тут еще один. Приветик. Где можно забраться? Нет, нельзя. Ну, сюда, походу, я понимаю. У нас игрушка мамочки тут лежит. Да что? Ой, как истеричит. Ага, слишком тяжело. Так, тут что-то табуретки летают. Ладненько. Может, это будет? Там куда-то кран появился. Давайте возьмем тогда, я не знаю, что с ним делать. Так, с чем мне с этим делать, повторюсь. А, туда может быть. Хотя можно как-нибудь схватить. И потащить. Ага, можно. Можно, вот. Вот ручка. Потащим вот сюда вот, чтобы он нам взял вот эту золотую фигурку. Давай еще чуть-чуть. Сейчас, ну и еще немного. Все. Сейчас, и капельку еще. Вот, все. Теперь точно возьмем там игрушку. Пойдем сейчас посмотрим, как мы это все совершим. Так, ставим туда. Косилка тут 100% должна быть где-то. Она спрятана 100%. Подождите, мы не можем забраться сюда по лестнице? Опа. Ну что? Это кассетка? Подождите, это кассета? Да, кассета, я же сказал. 100% кассета будет. Ладно, тут нечего делать. Рождено. Давайте тогда попробуем что-то сделать. Берем электричество, идем. Ага. О, все, он поднял руку. Давайте найди твой отмен. А, вот так вот уже. Все понятно. Бонза. Золотой бонза у нас получается. А куда тебя? Ага, тебя там еще водить цвет уже. Ну пойдем. Поехали. Так, сейчас я. Оп, рука зацепилась. Идем. Давай, давай, тащись. Так. Давай, давай. Не вставай. Потом сейчас перетащим туда и вот уберем вон того динозаврика, что он намешал. Ну все, можно идти. Идем. Эй, игрушки, конечно, бились постоянно об них. Лаганные в текстурах игрушки. Ну-ка, зацепилась. Давай. Есть, почти. Мы почти доехали. Давай. Давай.
Ну, хорошо. Идем. Вот сюда вот. Все, поднимай этого динозавра. Потащили быстрее, пока он у меня не упал. Давай, тащись быстрее, сейчас электричество пропадет, он там упадет. О, ладно, пусть он тут стоит. В принципе, он мне не мешает. Так, идем где-то туда дальше. Сюда нельзя слишком какие-то. Ладно, мы наконец-то поднимаемся. Так, запрыгиваем сюда. Ух, слушай, страшный путь там. Сколько у нас там уже? 5 минут, так пойдемте туда дальше. Стрелка какая-то, тут нет за ничего. Нет, вроде как нету. А здесь можно? Нет, нельзя. Ну, идем туда дальше. Какой-то звук тут был. Ладно, пойдемте дальше. Я уже много раз это сказал. Опять головоломки. Ну да. Так. Вот так вот. Сюда вот. Ага, теперь поднимаемся. Берем. Может, теперь спускаемся. Можем спуститься. А да, сейчас спустится, походу. Эй, спускайся, давай, спусти меня. Нет, получается. Здесь что? Значит, нужно привести ее. Здесь берем. Так, как бы это все решить? А я не знаю, так, что нам нужно? Две штучки зацепить, перевести их туда. Так, по идее. Нет ничего, нет, тут нет ничего. Так вот. Может попасть как-нибудь, я не знаю. Сейчас. Не пролезет рука. Давай! Стрельни! Давай! Эх, не, рука не пролезает, походу. Так, как бы это все совершить тогда? Попасть мы не можем. Один нам нужно как-нибудь. Сложно, сложно. Так. Объяснемся. Ага, я, кажется, понял, как это сделать. Может быть, вот сейчас. Нет. Как нам это сделать тогда? Подождите. Сложная головоломка какая-то. Ага, я, кажется, понял, как это можно сделать. Регенераемся, берем энергию. Здесь проходим. Здесь падаем. Здесь проходим. И сюда. Все. Отлично. Теперь мы можем подняться спокойненько. Идем. Ага. Здесь на штуке. Трубы тут. Так. Нельзя подняться? Нет, нельзя. Идемте тогда дальше. Ладно. Внезапные скримеры. Идемте тогда. Смотреть, что сверху. Я уже задолбался говорить. Идемте, идемте. Берем стул. Берем дверь. Как всегда, очень страшно открывается. О, мы же тут были, нет? Да, мы тут были, тут еще. Получилось теперь все. А, мы идем. Вот эту в точку едут поезда, блин. Ага. О! Бонзабанни! Он там! Походу, она его наказала и прикрепила его. То, что у нас... Так, все понятненько. Давайте за следующий рычаг дергаем. А то не будем делать, это уже долго уже. Уже на 8 минут. Wow, you did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Ты, короче, умный. Крутой там, все такое. Мама очень рада. Так. Что там про Хаги-Ваги? Так, вроде как все открылось, можем идти. Открылась же? Открылась. А, вон она. Вэкавади называется, Вэкавади. Фонарик. Так, собственно, всякие игрушечки. Стены рисунки, граффити. О, это, можно сюда зайти? Я думал, нельзя. Ого, сколько тут рук. Нет, нет, ничего. Странно, зачем сюда можно войти? Подозрительно. Бочка, блин. Вэкавади. Я, походу, знаю, что здесь будет. О, да. Playtime короб. Я знаю, отсюда 100% будет ловить Хаги-Ваги.
Добро пожаловать в ПК-лагерь. Это, короче, тест на реакцию. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Он тебе поможет, типа, с этим тестом. Вот around большой руке. You are 18 sizable holes. Тут 18 дыр, из которых будет вылазить хаги-ваги. Мне нужно эти 8... Короче, нужно их бить, чтобы они if обратно. Out, влазит, ударь его. That's all. Удачи. Good luck. Спасибо. Она не помешает, в принципе, сейчас. 100% мамочка будет. Потому что она в той игре то же самое, там же была. Давай, мамочка, тебя жду. Ага, вот она. So they could be pulled back when they got too close to the children. Не знаю, не слышу, что он говорит. Кто такой? Have fun. Капец. Повеселись, это все, что я услышал. Так. Они лезут, я слышу. Убежал. Вообще ничего не видно. Черт. Тихо, уйди. Я их слышу, они повсюду. Боже мой, я в наушниках, где они? Уходи. Черт, уходи. Уходи, так. Боже, я их слышу, но я вообще их не вижу. Иди. Они как будто повсюду-то вообще лезут. Уходи. Тоже уходи так. Вливаемся от них. Это прямо... Это разноцветные хаги-ваги, их тут очень много. Вообще ничего не видно. Из-за вот тумана с яркостью. Я заслушаю, так они лезут повсюду. Черт, их очень много становится. Уходи, так. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, где вы? Показывайтесь, давайте. Я вас сейчас быстренько побью и вы идете сюда. Почему их так много становится? Я их не вижу. Не слышу. Черт, а, вон. А, они шипеть начинают, когда они почти вылазят. Уходи. Уходи. Их тут очень много. Уже шипят, уже шипят там. Сколько их, черт возьми? Там где-то шипит. Уходи. О боже мой. Вот сейчас я испугался. Что за текст? Боже мой, я не видел его. Откуда они вылезли? Вставай. Уф. Ладно. Это было сложно и страшно. Уже на 13 минут, наверное, на этом я буду заканчивать. Эту игру, эту мини-игру мы пойдем в следующей серии. Пока, всем спасибо за просмотр, с вами я был Мишустин. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.